оппозиционные блоки Новоски. Ага. А расскажите, что, почему такой выбор и что ждете от этих выборов? От Новоскова я что ждал, то и будет. Он фактически все для города делает, а Носов, видите, как в последнее время, даже сегодня реклама еще идет по телевизору. Это разве порядок, это непорядочно. Поэтому что мы ожидали? Надежда только на оппозиционный блок, потому что видите, что в стране творится. Я немного болтаю. Нет, эти выборы для вас что-то показали новое, вот предвыборная кампания в этом году? Ничего нового, ничего хорошего. Самое обидное, что всю жизнь проработали, теперь мы никому не нужны. Вот что самое обидное. Почему никому не нужны, что вы имеете в виду? А что вы, посмотрите, с ценами что творится. Где же наше правительство, почему ВАТО требует у людей помощи. Вот наш одессит, я не помню фамилию, выступал я, кто же, и так далее. А в конце концов, без ноги, и дайте Приватбанк, приведите деньги. Где же правительство? Где наше правительство? Денег высчитывают с пенсии, с зарплаты, а денег-то нет. За кого вы проголосовали? За молодежь, за Носова. Угу. Вперед, молодежи надо дорогу. А то старье, как залезть, и сидит, пока вперед ногами их не вынесешь. Угу. Хоть на заводе руководители, хоть тут в городе. Ну разве третий срок, это с ума сойти. Хорошо. Они уже обросли репьяхами. Угу. А партии в область и в Южный Сельгорсовет за кого? Наш край. Угу. За партию. Так. И в область тоже Аносова, угу. И сюда Аносова. То есть везде должен быть Аносов? Только он. Ясно. Молодежь, я его знаю, и отца его знаю. Порядочный человек. Вы? Я с ним с 80-го года. Угу. Отца знаю. А если человек порядочный, родители, значит и гены переходят к детям. Угу. За мэра, за молодое поколение проголосовал, за молодого парня. А кто там? Чайковский. Да, Яков Чайковский, да. А по остальным за Батьковщину. Не подсказало сердце. А за кого конкретно сердце подсказало? Сердце. За мэра Новоскова. Так, а областной совет? Областной. А я их не знаю никого, так что тоже. Вот там же точно за кого сердце подсказало. А, но вы не помните, да, уже за кого? Уже все, да, не помню. Ага, а за южненький? Тоже не помню. Сказать, за кого сердце? Я за Новоскова. А партию кто выбрал? А партию? Морскую. А почему вот такой выбор? Чем вы руководствовались? Сейчас скажу ничем. Просто поставила галочку и все. Потому что все мне больше никто не нравится. Для вас это был тяжелый выбор? Я думаю, да. Потому что я не верю уже никому. А как вообще выбираете людям? Ну, вы ориентировались на какие-то агитационные материалы? Нет, нет. Нет, никого не слушаю, никому не верю, только люблю Новоцкого. За Жирную партию проголосовали, за кандидата Сатановского, в областную за Диденко, ну и за мэра Новоцкого. За Новоцкого. На чем вы основывали свой такой принцип, скажем так? Ну, вариантов как бы нет. Плохого ничего не сделали, хорошее только делают. Аграрная партия очень много показала в Южном себя. Как бы ее знают, уже узнали, и помогает и людям, и наслышанные от людей, что обращались, они помогают. А дальше кто? Скажите, чем руководствовались, когда шли на выборы? Программы кандидатов. Читали программы все, да? Естественно. Угу. И что для вас было важное в программе? Ну, я так честно посмотрел, у всех одни и те же. Сколько партий? И все хотят сделать то-то, но какая из них лучше, это не понятно. Ну как же вы выбрали? Кого? В итоге, если все одинаковые программы, как же выбрать правильно? Ну так, одни говорят то же самое, но по-другому. Мы интересуемся делами Батьковщины, поэтому проголосовали за Батьковщину. За Новоцкого. А из партии? Партия, ну это оппозиционный. Оппозиционный блок куда? В областной совет? И в областной, и здесь, и в Южном. Угу. Да, да, да. А так за Новоцкого. Угу. А почему вы так выбрали? А потому что мы чувствуем, что его зря оболгали. Не, ну видно его работу. Его работа уже годами видно, что. А это кто будет там? И как Горбачев говорил, что политика — это грязное дело. Вот он должен перетерпеть Новоцкий, должен пережить это все. Вот он не знал, что такое может быть. Нам кажется, что его оболгали, вот иду. Можете назвать? За Новоцкого. Да?
А партия? Здесь аграрная, там радикальная в областном. Угу. А почему такой выбор? Можете пояснить? За Новацкого. Сдвиги есть, поэтому и за меня. А что для вас важно было вообще? Вот чем вы руководствовались? Когда за Новацкого? Или вообще? Вообще, в принципе, на этих выборах. Ну, как бы, мне кажется, что много новых лиц. Время и... такое, что надо выбрать. Угу. Кто-то за нас пусть не делает, лучше мы сделаем. И поколение, которое же осознанно голосует. Не за подачки, не за что. Я не скажу, за кого я голосовал, но я скажу, за кого бы я голосовал, если бы у нас баллотировались все партии. Я бы голосовал за Самопомощь и Дем Альянс. Угу. Вот. Но их не было. Их, к сожалению, нет. Угу. Да, я был бы здесь, я голосовал бы, ну, кого-то, за кого-то из них. Угу. С трех, кто по моему кругу избирался бы. Угу. Ну а вы все равно же сделали свой выбор? Здесь выбор, сделал свой выбор, но это выбор такой, из меньших зол выбираю на меньшее зло. Из всех зол выбираю на меньшее зло. Хорошо, тогда каким меньшим злом оказался мэр города для вас в бюллетене? Какой? За кого из них? Швец. Угу. Это меньшее зло. Укроп. Так. Понятно. Это сюда в горсовет, да? Да, везде. Везде. Хорошо. А за мэра? Аносов. За Новацкого выбрался. А партию какую выбрали? Солидарность. А, ну, у нас свои интересы. У нас парень, который живет в соседнем подъезде. Ага. И мы хоть будем знать, если что, с кого требовать. То есть вы руководствовались тем, что вы знаете этих людей? Так, ну, я знаю этого человека, и я знаю, что он делает для нашего личного дома. Поэтому я на сегодняшний день руководствуюсь этим. Не, мы не будем говорить об этом. Ну хотя бы чем руководствовались в этом выборе? Разумом. За кого вы сегодня проголосовали? Швец. За Швеца, за мэра, да? Да, Швец, аграрная партия. Аграрная партия, так. И кто там еще? В областной совет за кого? За этого молоденького. А этот молоденький кто? Яшка какой-то. А, Яков Чайкиевский? Чайкиевский. Да. А можно я шапку сниму? Конечно, а то еще скажут, да. Кандидат депутаты в шапке. Это же нечестно. Ну так позор. Там реклама автошколы сзади. Мы ее не будем рекламировать. Не понятно будем. Что. Давайте отрекламируем что-то снимать. Другое. Нет, все хорошо. Сколько вы получаете? Какая у вас заработная плата? 5000. Ладно, все. Я не скрываю, у меня декларация о свободном доступе. Шучу. Мы сегодня делаем опрос, такой практически социологический. Спрашиваем у всех, кто проголосовал, за кого вы голосовали? Я думаю, что я не открою большого секрета, что я проголосовал за кандидата от оппозиционного блока, тем более он баллотируется от нашего дома, и, как ни странно, это я. За себя. Ну, отлично. Так нескромно, да. Хорошо. Это сюда, к нам? Или в область? Не-не, я в область не буду. Нет, я просто не, уже городские. Немножко, да. А в область за кого? В область за Игнатовского. За Игнатовского, так. А мэр за кого? За Новацкого, Владимир Николаевич. Голосовали. За Новацкого. Потому что он, сами видите, по-южному, что, да не что-то, а все делает. А ворует, все воруют. Если можно, за кого из партии вот, в области и кандидатов депутаты? Я везде голосовала за оппозиционный блок. Uh-huh. Везде. Uh-huh. Потому что все хотят и за старого мэра. Хорошо, кроме мэра там еще было два бюллетеня. Помните, за кого голосовали? Конечно. За кого, если не секрет? Батьковщина. Так. И... Батьковщина куда? Представитель Батьковщины в областной? Да, и в местной. Наш край. Угу. И все. Я не помню. Угу. Чем руководствовались, когда выбирали? Ну, це наш край и все. Спасибо большое. Может, что-то за нас воно будет. Или хотя бы расскажите, чем руководствовались? Нет, ну как, я за изменения, я хочу чего-то новенького, поэтому я уже за старую власть не голосовала. Но кое-кто еще голосует и такие. Да. И по анонимному опросу уже проголосовали. Я уже заметила, что не знаю, на что надеяться, но будем надеяться на лучшее. А что вы, что для вас было важно, когда вы делали свой выбор, на что вы обращали внимание? Ну, хотелось новых людей, новых лиц, каких-то реформ. И улучшение однозначно. То есть надежда остается, верим лучше. Надежда вероятно. Это связано с тем, что у вас есть моменты, которые вы бы хотели изменить в городе? Конечно, конечно. Сейчас такое время. Так и сейчас нужно менять что-то, я думаю. И когда, если не сейчас, как говорится. И что вы думаете, как эти выборы повлияют на то, что в городе что-то изменится или не изменится? Ну, если будет действительно избрана новая власть, новые люди, то я думаю, изменения
сейчас, по крайней мере, им будет уже как-то неудобно, я так скажу, что-то не изменить. Они будут уже обязаны, должны под каким-то пристальным вниманием, тогда они начнут что-то менять. А так? То есть вы и в мэры, и в депутатский корпус выбирали тех, кто сейчас не является властью? Да. За Новаскова, допустим. За Батьківщину, там, Назаренко, молодой наш заводской. Если не секрет, за кого? Секрет. А чем хотя бы руководствовались когда? Стабильности. Спасибо. За Новаскова. За Новаскова. А партию какую выбираете? Простых людей. Кого вы проголосовали? Здесь, за Новаскова. Так, а в наш городской совет и в областной? Там за областной, за Вейдера. Ага. Я не знаю, за кого вообще, я чисто так проголосовал. Просто так, лишь бы проголосовать. Да. Мэра этого, я знаю, я видел, что сделано. А за остальных, там, мне кажется, одинаково, естественно, что они доказывают, одно и то же. Голосовали. А что тут секретно? За мэра нашего проголосовал. За Новаскова? Конечно. А что, есть еще вариант? Ну, это ваше право, да? Ну, конечно. А скажите, кто за представители какой партии в области, в Южной? За морской. Морскую. И туда? Да. Куда? В область? И в области, и местные. Угу. Так что. А чем вы это объясняете, почему такой выбор сделали? Сын баллотируется. Голосовал за Носова. Мэра. Да. Из партии за простых людей проголосовал. Ну а в Одессу, просто там как бы особо ни с кем не знаком, но веселая партия Дарта Вейдера. Пожалуйста, за кого вы проголосовали? За Новацкого. Хорошо, а партии какие? За какие партии? Партии, подожди. А я знаю, женщину я называла. Подожди, вот бумажка. Подожди, она тут, я тебе покажу. А потом там одного на Порошенко, партия Порошенко. Да, понятно. Блок. Да. И я блок. Вони блок, а я блошеня. Ясно. И вот эту женщину. Да, Татьяна Янчук, да, Батьківщина. Я люблю, когда вони діти, люди люблять дітей, і я люблю. І вас, молодих, люблю. Щоб ви були чистенькі, акуратні, не пив, пиво не пий, будеш довго жити. Поняв? Бо воно знає, воно тебе отакого діляє. А ти лучше 100 грам самогонки, 200. Випив, тільки на ночь, коли лягаєш спати. Так? І щоб вдома не буяні мені, бо уб'ю.